Здравствуйте, с вами «Звездный прогноз» на канале ЭНСК-49. Мудрецы говорят, тот, кому удастся узнать свой завтрашний день, будет спокойнее чувствовать себя в сегодняшнем. Так давайте узнаем, какое будущее приготовили нам звезды. Овны, как ни странно, но именно выходной день, прилежание и высокая работоспособность приведут вас к замечательным результатам. Тельцы, не забывайте следить за здоровьем детей. Летом, когда соблазн искупаться или выпить холодной воды довольно велик, это просто необходимо. Близнецы – прекрасный момент для налаживания личной жизни. Не исключено, что вы получите приглашение на романтическое свидание. Раки – эмоциональная обстановка в семье влияет на ваше поведение. Не дайте конфликтам стать нормой в отношениях. Львы могут столкнуться с новой для себя сферой деятельности. Будьте решительнее в своих действиях и не упустите прекрасный шанс достичь успеха. Девы, вы слишком растрачиваетесь на людей, которые это не ценят. Постарайтесь дарить свою энергию только благодарной публике. Весы, никому не позволяйте вмешиваться в вашу личную жизнь. На чужих крыльях, как известно, далеко не улетишь. Бюджет скорпионов может не потянуть их грандиозные планы. Впрочем, если снизить планку, то денег окажется вполне достаточно. Мудрые представители знака стрельцов не будут отчаиваться, если поймут, что им неоткуда ждать поддержки. Ведь это отличный шанс проверить собственные силы. Козероги, провокации со стороны окружающих – это последнее, на что вам нужно обращать внимание. Поберегите свои нервы для более подходящих дел. Водолеи, постарайтесь не нарушать правил дорожного движения. Ошибки могут стоить вам довольно дорого. Рыбам будет сложно добиться успеха в финансовых делах. Постарайтесь не планировать пока активной коммерческой деятельности. На этом все. С вами была я, Яна Соловьева. Надейтесь на звезды и полагайтесь на себя.